На улице дождь, все хреново, но Данил получше. Сегодня тот день, который школьники ждут настолько же сильно, насколько ненавидят первый звонок. Сегодня последний звонок, когда они будут 3 месяца отдыхать. Юля, ты рада? Да, я тоже. Мы типа рады. Один отписался. Не надо так. Юлик, ты доволен? Табели дадут. О, табели дадут. Это самая худшая сегодняшняя часть. Мы решили пойти на линейку в соседнюю школу, которая находится буквально в 100 метрах отсюда, потому что в нашей пока ничего интересного не происходит. Ну, типа, не предупредили классного руководителя, но ничего страшного. Сейчас там еще сзади друзья должны подойти. Я иду под зонтиком, да, тут очень сильный дождь, и я пытаюсь его закрыть, чтобы не капало на камеру ничего. Алиса в туфлях, вот последний звонок был. Мы сейчас собираемся пойти погулять, скорее всего, куда-то не под дождь, пойдем куда-то зайдем. И я дольше всего, то есть Юлик уже давно ждет, я дольше всего разбирался с тем, точнее мы с Лизой, Лиза тоже уходит со школы, я ухожу со школы в другую школу. И типа вот это вот заняло длинный промежуток времени, но сейчас вот все разрулили и... Надеемся, что дождь прекратится, и мы хоть нормально хотя бы по улице погуляем, а то в помещении, когда тепло, ну не в кайф. Промезный дождь, я еле дошел, у меня немножечко промокла камера, но в принципе она от этого защищена. Юлик, привет! Привет! В общем, там еще Даша и ее мелкая пришла. Как и всегда, на последний звонок мы приходим в Макдональдс поесть, да, Лиза? И, короче, сейчас еще ждем Юлика и Дашу и начинаем смаковать. Сейчас давай выпьем за жизнь. Давай, закончился год. Красота, красота вообще. Девочки, неженатый популярный блогер идет себе ищет себе спутницу на жизнь. Да, выбирай меня на всю жизнь. Смотри, рожу детей, все, что хочешь, сделаю. У меня, короче, я как раз, знаете, вас троих в гареме искал. Прям прикиньте, в гарем будете. Ты в гареме вот первая, ты в гареме вторая. Говорю, денег много, популярный и перспективный блогер. По 100 тысяч просмотров на почти каждом видео. Хочешь? Он набирает. Все, давайте. Пойдемте в ЗАГС, пошли. Едем куда-то гулять. Я, кстати, забыл вас поздравить. Я знаю, что большинство моей аудитории это даже не школа, больше студенты, ну точнее так говорит YouTube, но я знаю, что возраста вы ставите разные. В общем, моя аудитория это школа, университеты, институты, колледжи. Поэтому я поздравляю вас с началом каникул, поздравляю, в принципе, уже с началом лета. Юлик, я тебя тоже забыл поздравить, спасибо. Поздравляю. Все, сейчас вот снимем несколько таймлапсов и по домам. Смотрите, что стало с моим штативом, он развалился. Юлик, короче, прыгает на эту штуку, вот на нем висел штатив, и он тупо разваливается. С камерой ничего, тут мягко, но штатив вот, нету куска штатива. Пластмасса он поломалась. Отломался, да, пластмасса поломалась, но я думаю, я могу это изменить, заклеив это суперклеем. И вот пока вот так вот это выглядит, я не могу снять таймлапс.